Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Крошка, Окрошка и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 7, FNAF 8, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас Кэт Макс, так как его очень давно не было, будет отыгрывать роль аниматроника за все серии подряд. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Серега, подожди, да. Хоть я скинь, ты как всегда любишь играть Джокера. Кэт Макс пришло. Давайте проверим. Калитка работает. Отлично. Электричество лупашит. Эти кнопки, я не знаю, что они делают, но они что-то делают. Что-то делают, интересно. Ой. Серега, бывает. Обстоятельства, я понял. Подождите, надо другую камеру включить. О. Чего-то это. Закрывай, закрывай. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поддержите лайкосиком. Ролики выходят каждый день. И стараемся записать что-то очень интересное. Серега, ты перегвождателем, что ли, фигачишь? Да. А почему у тебя в руках какой-то обычный пистолет? Ну, это так. Чисто маскировка включена. У меня тоже получается в руке такой же пистолет, как и у тебя сейчас? Да. Ага, я понял. Гвозди так навесиком летят. А, Серега, ты знаешь, что хочу сказать? Кэт Макс же не привык, что мы будем пригвождать его. Ну то ладно, это обстоятельства. О, этот. Кто-то, кто там? Крошка, крошка, заходи быстрей. Закрывай калитку сразу. Так, ждем этого негодяя. Где-то он там ходит. Вентиляцию? Ты накидываешь ему там? Накиду, я уйду, он сейчас убьет всех. Серега, прощай. Нет, не прощай. Ой-ой-ой, там что-то творится, да, такой... Да вы в меня стреляете. Я вообще ни одного выстрела не сделал, увидишь. Это крошка-крошка тебя пригвождает. Какой-то звук такой прикольный появился, мне нравится. Давайте заглянем, что у нас там происходит. Очень очково. Димас, очень. Я жгу его. Жги. Жги его полностью. А что ты такой? А, я понял, оно сейчас как бахнет еще. Надо, Серега, уметь им пользоваться. Ты умеешь? Да. Я нет. Я слышу какой-то конченый звук. Сережка, оно пришло сюда. Ну ты ж лоб. Убил. Ладно, мы поддаемся тебе специально, это начальные раунды. Серега, это ты все поджег здесь? Да. Так, я тоже хочу тут все гвоздями пригвождать. Эй, это пистолет конченый, он нас всех убьет. Как видишь, нет. Эй! А чего ты умер? Что-то странный ответ. Так, крошка, если не умеешь этой штукой пользоваться, лучше не надо. А, и Серега тоже. Обстоятельства, я понял. На. Ай. А как ты, а что ты отлетел так сильно? Да это гвозди во все виноваты. Понял. Тачпоинкс. Я манал, они мочат, и сейчас я умру еще. Ну вот как и произошло. Ой, извини, Димас, обстоятельств. Я понял. Бывает. Тачпоинк. Ого, вы психи. Ого! Так, Кэт Макс, ты что, хочешь последний левел увидеть? Дай умереть два раза. Я в коробке куда-то вонючий там заспавнился. Так, Серега, ты понял, что он очень жесткий? Да. Ну мы ж тоже охранники. Я с тобой, Димас. Как говорится, народная пословица, мы ж тоже не пальцами сделаны. Ой, извини. И обстоятельства. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. А ты где? Вот, я дальше. А. Идем. А, там наш. Чекает. Так, приближаемся куда-то. Мы сейчас, короче, зайдем с тылу и нанесем тебе удар. Который ты не будешь ожидать. Я слышу, кто-то жестко отбивается.
Серега, иди, я прикрываю. Я могу офис. Я понял. Мы приближаемся с другой стороны. Где оно? А ты меня пригвоздил. Я тебя? Да я не хотел, Серега. Я не хотел, честно. А, ты все, вырвался уже. Слышь, ты что там валяешься? Ого, мы психи. Ай-яй-яй. Обстоятельства, Тима. Ничего себе. Короче, я закрываю дверь. Димас, кнопка не работает. Надо там пойти, там где штука нажать. Генератор. Я побежал нажимать. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ой. А ну пробуй, дверь работает? Да, я секунду, меня тут это по жопе дают, наказывают. Я понял. Нам походу дверь сломали, Димас. Да, дверь сломана. Я его успел вроде пригвоздить. Бегу. Нет, не успел. Короче, он там, где этот генератор, он на полу лежит. И кто-то просто жжет ему жестко, сильно задницу. Это я. Молодец. Кэт Макс, что ты не умер? Ты возрождаешь? Я ж палю тебя, что ты делаешь? Я ж не возродился. Кэт Макс стоит, выбирает аниматроника. Так, так, так. На тебе! Кэт Макс, прощай. О, Кэт Макс много жизни. Надо бы Сереге помогать, срочно. Пригвоздил, Сережка. Да я умер. Сейчас прибегу. Давай, 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 давай. Он там. Вот, вот, вот. Слышь, ты чё такой дерзкий? Так, сижу, жду заставку, когда пройдет, а она не проходит. Убил. Убил? Да. Так, как-то слабо. Кэт Макс, давай, последняя, короче, стычка. Ты можешь возможности все использовать. А мы, Серега, берем админский пистолет. Говорит за себя, я беру петуха. Хорошо. Нормально фигачит. Видишь меня? Ах, ты чужое чучело. Да подожди. Вот так, значит. Серега, я открываю войну. Мочи его. Короче, за голову чужого назначена награда. 1 000 000 баксов. Убил! Убил! Не, ладно, давай участок, короче. Назначено 1 000 000 баксов. Хорошо, Серега, молодец, ты его выследил. Эй! Извини, обстоятельства. Эй, в меня вселился чумо! Он теперь этот, какой-то маленький чучело. Червяк Джимми, иди сюда. Слышишь, хорош. Да блин, смотри. Есть, я Кэт Макса убил. Ну, короче, и сам себя убил. Ну, как-то странно получается, его очень тяжело убить. Я теперь понял, когда я играю за чужого, вам очень сложно в меня попасть. Да. Я теперь понял, какое у него преимущество. Он быстрый, резкий. Ну и, конечно, очень мало жизни у него. Серега, ну что, давай напоследок зарвем эту карту. Да без проблем. Я в лес лечу, давай вот тут вот, на входе, как с улицы заходить. Я на крыше буду взрывать. Давай. Ребята, как всегда, для вас самые эпичные взрывы. А я включу нам бессмертие, чтобы мы остались живы. Со стороны полечу. Ой. Отсюда, потому что, мне кажется, взрыв и сюда достанет. Бу. Красиво?
Очень. Офигеть, какой эффект взрыва мощный. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! А чё бессмертие было и нас убило? Странно. А это царь бомба, ей пофиг на бессмертие.